Члены комиссии побывали на двух предприятиях, которые были открыты в Темиртау в рамках реализации государственных программ. Также они побывали в историко-культурном центре первого президента, где для них была проведена экскурсия. В планах членов комитета посещение 5 объектов Темиртау и Осакаровском районе, а также проведение заседания с депутатами местных маслихатов и предпринимателями. Такая встреча должна помочь сенаторам лучше узнать ситуацию на местах и услышать пожелания от местных бизнесменов. Цель нашего приезда – еще раз на месте посмотреть, как реализуются законы, связанные с экономическим развитием, как реализуются законы, связанные с поддержкой предпринимательства на местах, в частности, в Карагандинской области. Карагандинская область и славный город Темиртау известны хорошо своими традициями и в области развития экономики, и в области развития бизнеса, малого и среднего бизнеса. Сегодняшнее посещение предприятий, вот мы посмотрели два предприятия, у нас еще по плану сегодня три предприятия. Я думаю, что каждое из этих посещений является подтверждением того, что на сегодня есть, так сказать, возможности для развития и экономики, и малого и среднего бизнеса.